Поддельные документы на обучение в университетах и колледжах выявили у мигрантов прокуроры в Жамбылской области. Чтобы получить регистрацию временного проживания, на год 25 граждан Узбекистана и Туркменистана незаконно зарегистрировались в учебных заведениях, хотя не являлись студентами. Регистрацию отменили, а виновных привлекли к ответственности. За подделку документов в отношении бывшего сотрудника университета имени Дулати проводится досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также за ненадлежащее выполнение своих обязанностей к дисциплинарной ответственности привлекут сотрудника управления миграционной службы.